В нашем втором локдаун-спешле мы обратим свои взоры на ближайших соседей. Франция. Мы любим ее еду, ее вино, но... Французские машины бывают странными. Я сделаю это. Давай. Я прокачусь на нем! Что? Ты? Спасайтесь! Говорят, подвеска так хороша, что ее можно уронить со 150 метров. О, черт! Бонжур, мадам! Это все равно не нужно! Французы практически изобрели автоспорт. И сегодня мы будем соблюдать французские правила. Кажется, обед. Припарковался. По их мнению, если хочешь подняться на вершину этого холма, я помогу ему. Нужно воспользоваться обычным семейным автомобилем. Вот как, по мнению французов, выглядит машина. Они вернулись. Обожаю ее. Хочу такую. Самый большой знак «Стоп». Стоп! Что-то пошло не так! Остановись, не то сдохнешь! С определенным. Женосекар! Алле! Я еду по кольцу по-французски. Плевать, тут уже пробка. Езжай! Видите, что бывает, когда... Давай! Да? Местные избивают Хаммонда. Резня втроем. Готов? 3, 2, 1. Поехали! Он эластичный!